Здравствуйте, дорогие телезрители! Если вы не знаете, чем заняться в ближайшие выходные, то я уже позаботилась о вас. И прямо сейчас, уже по традиции, расскажу, какая программа подготовлена в парках Подмосковья в ближайшие выходные. Начну с субботы. Программа будет праздничная, и причем в нескольких парках, но в разное время. В 11 часов праздничная программа «Семья Лето Парк» начнется в городском парке Звенигорода. А в 12 часов в парке Малевича и также в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Приходите, будет очень интересно. На субботний вечер тоже подготовлена программа. В 10 часов в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной можно будет посмотреть фильм «В погоне за ветром» под открытым небом. Но, правда, прийти можно будет только тем, кому больше 12. В это воскресенье в парке Малевича вас ждет сразу несколько спортивных мероприятий. В 9 часов можно будет позаниматься йогой на спортивной площадке, а в 10 часов поделать упражнения на спину на волейбольной площадке. В парке Захарова начнется ежегодный духовно-просветительский фестиваль в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. А в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в 3 часа дня начнется праздник «Русский двор». А в парке Героев 1812 года будет анимационная программа ровно в 6 часов вечера. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной каждый вторник в 19:30 можно будет позаниматься функциональными тренировками. А каждое воскресенье в 10 часов проходят тренировки по скандинавской ходьбе. На центральном стадионе абсолютно бесплатно каждую среду можно будет позаниматься бегом в 19:30. Ну а с вами была Лада Дудко. Вернусь ровно через неделю с новой афишей. Не скучайте. До встречи на ОТВ.